Сейчас это не имеет никакого значения. Никакого абсолютно. Потому что то, что требуется по градостроительному кодексу, это надо было выполнять в течение многих лет. Вот. А какая-то единая цветовая гамма по городу, она давно состоялась. Это теплый цвет, это цвет домов на проспекте Металлургов, 25 лет октября. Поэтому здесь придумывать особенно ничего не надо. Я бы придерживался все-таки традиционного, теплого, хорошего, уютного Новокузнецка.